Хлеб, посланный с небес. Что в корзине? Ничего. На! Держи его! За ним! Пошли сюда! Прости меня, добрый человек. Не поделишься ли ты кусочком хлеба с голодающим? У меня и так мало. Нет! Успокойся. Это бесполезно. Они ударят тебя еще. Успокойся. Лучше я так умру, чем от голода. Ты лучше бы послушал старика. В следующий раз мы не будем с тобой нянчиться. Скоро все изменится. Исаия говорил, что когда придет Мессия, идущие за ним не будут более страдать от голода и жажды. Не верю я в сказки. 100 раз уже слышала, ничего так и не изменилось. Все вокруг страдают. Деревня спит, а он работает. Вот она жизнь булочника. Надо было становиться сборщиком подати. Никто их не жалует, но зато времени на сон предостаточно. Должен же быть более легкий способ зарабатывать на жизнь. Должен быть более легкий способ. Он свежий? По нему не скажешь. Свежий-свежий! Я ночью за него не спал, так что можно сказать свежий. У Исаака хлеб явно свежее. Так иди и покупай у Исаака. Так и поступлю. Нет, никаких попрошаек. Уходи. Не могли бы вы дать хотя бы ломтик? Мы тут делом занимаемся, понял? Убирайся. Прошу вас, я голоден. Позовите стражу. Что такое? Что? Как больно. Что с тобой? Помогите. Я съел этот хлеб, и мне стало плохо. Что уставился? Дай же парню хлеба. Творящий чудеса приближается. Его зовут Иисус. Он может исцелить больного и открыть глаза слепому. Это ложь! Нет, я видела его. Он может самую жалкую и несчастную жизнь превратить в счастье и радость. Это правда. Наши жизни жалкие и несчастные. Да уж, чудо нам сейчас не помешает. Пойдем. Девочка оказалась мертва, но мы знали, что ей поможет сила Божья. Мы помазали ее миром и благословили ее. Она поднялась и стояла перед нами и была здорова, как никогда. С верой нет ничего невозможного.
Ничего. Останемся в море, учитель? Нет. Время накормить овец. Надеюсь, оно того стоит. В любом случае, лучше, чем раскаленная духовка и тяжелый труд. Бери свою удочку и иди с нами. В лодке Иисус. Иисус? Творящий чудеса. Говорят, он Мессия. Он дает мне хлеб с небес, манну небесную, посланную свыше. Не будет больше голода. Так сладок хлеб небесный, несущий жизнь тому, кто вкушает, и надежду дает для всех людей. Приди услышать его историю. Приди увидеть славу его. Приди, почувствуй любовь его, посланную свыше. Слова, что я учу вас, принадлежат не мне. Они исходят от того, кто послал меня. Если вы будете выполнять то, что я вам говорю, то увидите, что слова мои исходят от Бога и не от кого другого. Учитель, время позднее. Может быть, пошлем людей в селение купить пищу и найти место для ночлега? Ты накормишь людей. Учитель, здесь 10 тысяч человек, не меньше. Накормить их всех не... Пойди, спроси, есть ли какая еда у людей. У тебя есть какая-нибудь еда? Нет, мы не успели захватить. Вы взяли с собой что-нибудь поесть? Мы не собирались оставаться надолго. Вы брали с собой еду? Иисус спрашивает, есть ли у кого еда. Ты, добрый человек, есть ли у тебя еда? Хлеб, фрукты, хоть что-нибудь? У кого-нибудь есть хоть что-то поесть? Учитель, у мальчика есть 5 ячменных хлебов и 2 рыбы. Это все, что нам удалось найти. Но что оно нам даст? Ты очень добр, что делишься своим хлебом с нами. Не поделишься ли ты кусочком хлеба с голодающим? У меня и так мало. Благослови, Господь. Такая чистая и прозрачная, струится с небес, давая силу тем, кто пьет, и надежду для всех людей.
Приди услышать его историю. Приди увидеть славу его. Приди, почувствуй любовь его. Подойдите, я наполню ваши корзины, и вы накормите людей. Что? Что происходит? Иисус только что превратил 5 ячменных хлебов и 2 рыбы в еду, которой хватило, чтобы прокормить всех людей вокруг. Как так? Вот. Это же наш хлеб! Ты понял, что это значит? Нам не нужно будет работать. Я что-то не понял. Зачем подниматься среди ночи, печь хлеб, когда Иисус может делать хлеб просто из воздуха? Мы же не сможем заставить его делать хлеб. Мы будем прославлять его. Мы пообещаем провозгласить его царем, если он будет продолжать делать хлеб. Да! Мы объявим его царем. И никаких раскаленных духовок. Не нужно будет вставать среди ночи. Слушайте меня все! Чем ты зарабатываешь на жизнь? Я кузнец. Хотел бы ты, чтобы твоя кузница каждый день ковала металл, а тебе при этом не нужно было даже за молот браться? Конечно, хотел бы. Иисус так и поступит, если мы его провозгласим царем. Сможет ли он наполнить мои сети рыбой? Столько рыбы, что ты не сосчитаешь. Он и вытянет всю ее сам. Друзья, будем жить не тужить, если Иисус согласится стать царем. Накормили всех, учитель. Еще и в корзинах осталось. Учитель, здесь есть желающие назвать меня царем. Они уверены, что я сделаю их жизнь полной чудес и освобожу их от работы. Плыви обратно в Капернаум. Я буду молиться в горах, затем встречусь с вами. Куда он направляется? Иисус, не покидай нас! Иисус! Куда ты, Иисус? Иисус! Не волнуйтесь, я уже видел, как все происходит. Он собрался в горы молиться. Тогда будем ждать, пока он спустится. Он должен спуститься рано или поздно. Держись! Буря крепчает! Лови веревку! Держи канат! Убрать паруса! Не получается! Канат зажало!
Господи, спаси нас! Смотри! Это злой дух! Призрак! Не бойтесь! Это я! Это Иисус! Не бойтесь! Сколько можно молиться? Мы должны разыскать его. Я не хочу возвращаться к своей работе. Я тоже. Послушайте, есть идея. Мы переплывем на другую сторону и найдем 12 его друзей. Иисус рано или поздно к ним присоединится. Тот, кто придет ко мне, не будет больше страдать от голода. Тот, кто верит в меня, не будет больше испытывать жажду. Я рад, что мы нашли вас. Мы искали вашего проповедника, Иисуса. А как? Ведь вы были... О, великий и мудрый учитель, мы разыскивали тебя повсюду. Да, мы пришли, чтобы стать слугами твоими. Мы сделаем все, что прикажешь. О, учитель, верьте в меня. Может быть, есть какой-то больший знак, чтобы доказать тебе нашу преданность. Понимаешь? К примеру, Бог послал манну небесную, чтобы Моисей накормил народ израильский. Я сделаю то же. Я дам вам манну небесную. Если вы разделите мой хлеб, то не будете более голод испытывать. Прекрасно! Конечно же, мы верим в тебя. Мы выполним все, что ты пожелаешь. Где же хлеб? А? Я хлеб жизни. Отцы ваши действительно ели манну в пустыне и умерли. Я хлеб живой, сошедший с небес. Верующий в меня имеет жизнь вечную, ибо я сошел с небес не для того, чтобы творить волю мою, но волю пославшего меня Отца. Воля пославшего меня есть та, чтобы всякий, видящий Сына и верующий в Него, имел жизнь вечную, и я воскрешу его в последний день. Ты шутишь, правда? Мое учение оскорбляет тебя? Мои слова могут наполнить твою душу. Это все, что ты можешь предложить? Слова и только? Подумать только, мы собирались его провозглашать царем. Прошу вас, идите со мной. Чего вдруг? Твой путь не кажется таким уж легким. Ты обещал, что он будет для нас творить чудеса. А откуда же я знал, что он не хочет становиться царем? Он не будет делать хлеб. Похоже, придется возвращаться к духовкам. Вы тоже идете? Кому нам идти, Господи? Твои слова — жизнь вечная. И мы верим в них.
и знаем, что Ты Христос, Сын Бога Живого. Я не собираюсь с вами драться. Отныне можете брать половину того, что есть у меня. Я встретил его. Его имя Иисус. И я приведу тебя к Нему. Thank you.